Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня на обзоре трансформеры, роботы под прикрытием. А, командир, десептиконы захватывают автосвалку, мы должны победить их. А, коснись пустого участка и удерживай его, чтобы перебежать туда. Хорошо. А, то есть мы по карте можем не прямо двигаться, а вот как угодно, это прикольно. Ага. А проводите пальцем по врагам, чтобы атаковать их. Чем быстрее вы водите, тем быстрее удар. Ух ты. Ага. Так. Ага, все, понял. Ага, еще один. О, сдалека он, видели, наскочил на него так. Ха-ха. Получай, отлично. Так, у меня там какие-то... А, это урон. Вот там было двоечка. Пока я не воюю, то есть он уже постепенно падает. А коснитесь врага и удерживайте палец, чтобы выстрелить в него из ручной пушки. Продолжайте удерживать, чтобы набрать больше мощности и нанести больше урона. Ой. Ого. Я хотел в него стрельнуть. Почему-то он не стреляет. Ладно, это обучение нужно. Ага. Тудух. Это типа, что у меня? Ладно, разберемся. Как вначале с управлением нужно немного свыкнуться. А, дважды нажмите на пустой участок, чтобы увернуться и избежать вражеской атаки. Ого! Только я, походу... Лучше бы, наверное... Ох ты, как я с ними бегаю. Опа, и обратно. Класс. Ну, почему не выстрелил? Я не знаю. Я же зажимал и держал. Так, это типа стрелка мне показывает, куда мне идти, да? А прикольная эта карта крутится там, нелинейная такая. А, дважды нажмите и удерживайте, чтобы зарядить таран. А затем отпустите в направлении врага, чтобы пробить его блок. Ту-дух. Ага. Ту-дух. Ой. Так, что-то я тут немного не то нажал. Тух, ну все равно я его слабо как-то бью. А если взять него пострелять, я не знаю. О, так проще пострелять, чем блок его пробивать. Я его и так пробил, ладно. Тух. Да бей же ты его, бей. Тоже мне захватчики свалки. О, все? А может нужно здесь... А, это он радуется, я думал нужно пробить будет. Так, целевой счет, нет продолжения. То есть, я так понимаю, все хорошо, да? А награды вот, какие-то кристаллы и короткий меч. А вы разблокировали ваше первое оружие. Забирайте остающиеся после побежденных врагов значки вооружения и получайте во временное пользование оружие, которое случайным образом выбирается из списка уже заблокированного, наверное, разблокированного. Оружие наносит больше урона, чем удары кулаками, но его можно применить ограниченное количество раз. А, еще так много нужно изучить. Помочь вам разобраться. Вы сможете бесплатно разблокировать робота. Хорошо. А, добро пожаловать в округ Краун Сити. Коснитесь автосвалки, чтобы просмотреть миссии в этом районе. А, начинаем вторую миссию. А оружие у меня будет или нет? А, мелкие жулики, это ваши пособники на миссии. А, протяните, чтобы выпустить Chainstorm. Хорошо. Выполните задание, время 5,5 минут, целевой счет 350 звезд, нет продолжения, это что такое, не знаю. Так, а что это мелочь такая? А, коснитесь кнопки мелкий жулик, чтобы активировать его особое движение.
А, удерживаете нажатым новообращенного мелкого жулика и потяните его к цели. Затем отпустите, чтобы выпустить мелкого жулика как пинбол. Ха! Вот типа так, да? А мелкие жулики восстанавливаются не сразу, если вы использовали их особое движение, или если они получили слишком большой урон. Ого, как он прикольно так летает. А это что такое? А, нужно их еще брать, они сами не берутся. Так, ну у меня время ограничено, поэтому лучше... Ай-яй-яй. Ого. То есть он мелкого этого моего убьет. Так, нужно успевать это все собирать, иначе она пропадает. Это плохо. Ого. Это здоровый. А если в него пострелять? Да, можно стрелять. Ту-дух. Порядок. Мой младший добил его. Так. Собирайте оставшиеся от поверженных врагов значки перехода, чтобы перейти в режим транспортного средства. Нажмите кнопку перехода и проведите линию от транспортного средства к врагам. Ты-дух. Ну, я понял. Ту-дух. Ай, ударил меня все-таки. Не всегда я еще правильно все делаю. Так, с тем я разобрался. А, у меня меч сейчас есть? Я, по-моему, как бил с кулака, так я и бью с кулака. Странно, если честно. А, вот меч. Наверное, мне потом объяснят, как им пользоваться, да? А, там, туда. Так, моего там мелкого прессуют. Нужно как-то им помочь. Так, хорошо. Того прибили. Что, все? Нужно было... А, X5 у меня бонус, ого. Нужно было 350 очков, я набрал 670. Ну, вроде пока неплохо. Не просто, но вот все получается. Так, идем дальше. А где ж мой меч все-таки? Третья миссия. А у каждого робота свои сильные и слабые стороны. Если у робота больше здоровья, значит он может выдержать больше урона. А если у робота выше ловкость, значит он может быстрее бежать, дальше отталкиваться плечом и лучше уклоняться. А более высокий уровень боя означает, что робот может ударить сильнее. А более высокий уровень означает, что сила ударов роботов набирается быстрее и они наносятся больше урона. У каждого робота есть несколько классов на выбор. Попробую в них быстро разобраться. А, так, у каждого класса свои характеристики и оружие по умолчанию. У некоторых классов в начале игры больше бонусов, чем у других. А проведите пальцем, чтобы выбрать другой класс. А классы героев можно покупать за кубики энергона или ультра-иксы, ультра-искры. А собирайте энергон у поверженных врагов в миссиях ультра-искры встречается гораздо реже. Самый быстрый способ их заработать – просканировать игрушки. А вот возьмите этот энергон, теперь купите этот класс Бамблби. Так, купить Бамблби, да, хорошо. А, нажимайте на кнопку индивидуализации, чтобы использовать бонусы для этого класса. Так, вот возьмите этот бонус, коснитесь его, чтобы добавить на панель бонусов. Пока это все сделаешь. Так, оружие. Тиран, страж, класс. Фу, сколько всех.
опций. Так, 5.30, целевой счет 200 очков. Вроде бы все хорошо. Так, я теперь уже другим. А, коснитесь этого бонуса, чтобы воспользоваться им. Бомба, ух ты. Ого. Прикольно, на всех в округе там, типа, электромагнитный импульс. Да давай, 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 давай. Ух ты. Да он такой, нормальный. Где-то я уже просто научился немного с управлению. Порядок. Так, можно переключиться, кстати, да? А, иногда враги проводят атаки, которые можно отражать с одновременным нанесением встречного удара. Если вы увидели пиктограмму контратаки, быстро проведите пальцем по врагу, чтобы контратаковать. Как? Ладно, я съезжу, наверное. Вот так, смотрите. Отлично, да? Зачем мучаться, если можно их переехать? У меня он бонус X5 вообще был. Только сейчас он у меня исчезнет. Так, нужно спасать того своего друга. Так что ж. Ай, там бонусы. Пропадают, видели, пропали бонусы, не успел их взять. А, атакуйте, чтобы увеличить повышающий коэффициент и получать больше очков за убитых врагов. Коэффициент уменьшается, если вы долго не атакуете, и обнуляется, если вам наносит урон. Так. Получай. Тадух. Отлично. X7 коэффициент. Вот почему у меня так много очков. Так, еще там вон толпа. Давай, давай, же бей по нему. Тух, 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 есть. Уже 1230 очков, а нужно было... А, так, я почему меч не могу использовать? Мне, наверное, еще не объясняли просто. Нужно было 200 очков, я 1230 набрал. Ну, неплохо. Энергона тоже кучку взял. А, участвуйте в розыгрыше бесплатного приза каждый день. Давайте посмотрим, что вы выиграли. И... Ну, энергон. И все. Я хочу еще побольше всего. Так, видео, покупки там и все такое. Я так понимаю, больше мне уже ничего не объясняют. А во всех играх либо 3, либо 5 звезд. Тут у нас вот решили 4 звезды сделать, да? Ладно, идем к 4 уровню. Пока получается, пройду еще, может быть, 4-5 сегодня. А, изменить класс, изменить чего-то там еще. Помощника взять надо, да? Ну, а, класс оружия может изменить. Как же мне все-таки меч тут взять? У меня же, по идее, он должен быть доступен. Оружие не вижу. Даже не знаю, если честно. Может, все-таки объяснят, как мечом пользоваться. Редактировать вот класс. Наверное, позже нам это все расскажут. Хотя вроде как обучение еще не пройдено. Он бы дальше говорил, типа дальше сам, да? Так, ну что, побежали. Теперь мне... Ого, какой здоровый. Туду, получай. Оп, энергон. О, с него куча энергона, а я почему-то не увидел. Так, кстати, ого, там разные уже, они тоже стреляют, да? Вот это да.
Ага, получай, муха. Отлично, где кто следующий? Ой-ой-ой. А видите, его пробить тяжело. Так, может вдвоем там с разных сторон. О, что, все? Ха-ха, класс. Это был типа такой полубосс. Так, на моего сейчас этого мелкого прибьют. Что делать? Х8, ого. А он такой бежит, бежит. Ладно, пока он там... Все, моего мелкого прибили. Ай, мне урон нанесли, значит... У меня таймер скинулся, счетчик. В принципе, мне нужно было 180 очков. Я его оглушил, да? А я набрал 1200. И у меня половина жизни осталась. Ого. Видно, неплохо он меня так оглушил все-таки. О, мой помощник появился. Ну ладно. Все удачно. Хоть и прибили уже. Наваляли так. Можно переиграть уже уровень, да? Но зачем, если тут все хорошо? Так. Уровень 5. Все-таки мне хочется взять себе меч. Может, от этого он и был, типа, мечом, этот мой помощник. Он похож на меч. Наверное, да. Можно поменять. А, открыть. Я понял, это мне пока недоступно все. Ох ты, какие большие воин. Так, ох ты, класс. Так, мне нужно вернуться к своему, а то я так уже... Где мой? Я теперь его не найду. Ага, вот. Так, ладно. Играем еще разок. Прошлый уровень уже был такой нелегенький. А этот, наверное, вообще будет ого-го. Я просто не использовал эту машину, хотя, может, стоило бы... Ох ты, какой-то там сундук с чем-то. Что это? Ой, это бомба была? Блин. А раньше не могли сказать? Ох ты, ты куда? Зачем? Попрыгунчик, а? А, это, наверное, просто бомба с таймеров. Ой, куда это я... Блин, бомба... Короче, ясно. Что-то я не то сделаю с этой бомбой. Почему она вот это у меня активировалась? Блин. О, тот мелкий, видите? Этот уже воскрес. Все-таки я не пойму, зачем эта бомба? Полечиться я никак не могу. Что, все, выиграли? Ух ты, я думал, у меня уже хана. Потому что, ну реально, у меня два раза на бомбу на это нарвался. Все, 4 звездочки есть. А энергон целая куча, ого. Только еще нужно понять, куда его использовать. Потому что мне нужно улучшаться. Ну, а как мне улучшаться? Вот, типа, купить это реально, за реальные деньги? Или может улучшение сделать себе? А вот, здоровье. Нет, нельзя здесь улучшать ничего. Выберите класс. А, могу вот покупать их, да? А, вот, открыть за энергон, за искры. Бамблби и Титан Страж. Вот 1500. Легион. То есть копить тоже 1500. То есть могу покупать разных. А у них вот показатели намного увеличиваются или уменьшаются. Так, ну что ж, друзья, я думаю, на этом наш обзор первый завершен по этой игрушке. Прикольная игрушка, довольно-таки интересная, несложная. Можно покупать все, не тратя реальные деньги. А если она вам понравилась, то ссылочка в описании. А также поддерживайте это видео своими лайками. И дождитесь продолжения. Пока-пока!